Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня у меня распаковка вот такой большой посылки. Внутри находится куртка от известного на Алиэкспрессе бренда Icebeer. Я уже распаковывал одну куртку, она мне очень понравилась. И, собственно говоря, ждал вторую. Отправил ее продавец отдельной посылкой, хоть я заказывал ее одновременно. Как и предыдущая, выглядит упаковка. Здесь вакуум. Поэтому упаковка не слишком крупная. Во всяком случае, по толщине она очень-очень узкая получается в вакууме. Давайте смотреть ближе, как она выглядит. Вот так она сложена. Здесь заклеена. Зимняя теплая куртка. Это один из самых дорогих на сайте Icebeer условных пуховиков. Ну, здесь не пух, вероятно, а синтепон. Удлиненная куртка. Так, сейчас я ее разложу, чтобы было видно. Вот такие манжеты, как у предыдущей куртки. Подрезиненные вот такие. Самый большой размер 56, который имеется у производителя. Кнопки вот такие крупные. Чем крупнее, тем обычно надежнее. Двойная молния, два бегунка вот здесь. Цвета на выбор, но у меня какой-то самый-самый темный цвет. Черный. Логотип Icebeer. Так, внутри мы видим карманчик здесь. Имеется он на резинке. Не на резинке, а на молнии, конечно же. На молнии. И информация по размеру. И, наверное, да, здесь вот информация по уходу. Стирать вручную при 40 градусах Цельсия. Здесь та же самая информация, видимо. Да, вот эти символы. Что делать нельзя, перечислено. Так, сейчас перевернем. Ну, сзади тут никаких логотипов нет. А спереди по карманам что мы имеем? Боковые карманы на молнии для рук, куда руки можно прятать. Вот такой элемент, но это чисто просто отделка, я так понимаю. Здесь такой же карман. Ну что, пора, я думаю, померить просто-напросто эту куртку, и будет больше видно. Давайте померим и посмотрим, как это выглядит в деле, так сказать. По длине все нормально. 56 размер. Под мой рост 2 метра. Подошел нормально, как и предыдущая куртка. Значит, разброса от модели к модели у производителя нет. То есть делают аккуратно, шьют. Я тут туда смотрю себя в зеркало немножечко. Тоже. Ну, в общем, очень удобно. Кармашки тоже на месте. Все кнопки можно застегнуть. Закрыто все, что надо закрывать. Очень-очень удобная курточка. Цвет очень интересный. Я единственное боюсь, на камеру не очень видно. Как будто такие полосы. В общем, интересный цвет. Как-то Black антрацит, по-моему, называется. Как-то так.
Сейчас померю капюшон. Если застегнуться на очень морозную погоду, то со стороны будешь выглядеть вот таким образом. Все кнопки, капюшончик. Стоимость куртки примерно $100, то есть где-то 6 или 7 тысяч рублей она стоит. Ссылку приведу внизу в описании. Ставьте лайки, если понравился данный обзор. Замерял для вас, как видите, прям натурально. Вверху подписывайтесь на мой канал, если вы любите смотреть распаковки товаров из Китая, с Алиэкспресса и из других китайских магазинов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!